Ближе к вечеру в прессе появились ссылки на президента Турции, который в интервью CNN по сути заявил, что не собирается приносить извинения России. Телеканал приводит его слова. Если и есть сторона, которая должна принести извинения, это не мы. Только те, кто нарушил наше воздушное пространство, должны извиниться. Наши пилоты, наши вооруженные силы просто выполняли свои обязанности. Конец цитаты. Чуть ранее с похожим заявлением выступил и глава турецкого МИДа.